здоровенный ясь! Это видеоблог. Видеоблог. Щучий видеоблог. Видите? Хрена вы не видите. О, здесь глубина побольше, чем там. Уже лучше. Поймай. Да нет, пока. О, какие. Он подлещик какой хороший, смотри. Лайфхаки рыбалки. Просто ставите бетонное кольцо. Вот такое. Ждете 2 дня. Соль, перец по вкусу. Вечером или утром, мне принципиально, приходите проверять. Вот так 2 раза делайте это упражнение и... И вот подлещик. И вот подлещик. А он окунь. А окунь что-то за жабру. Не, это маленький, это карандашик. Ну то есть видите, метод рабочий на 100%. Даже щука заходит в это колесо. Смотри, какая пасть красивая, сейчас тебе покажу. Ну, смотри. Смотри, сколько зубов. Гам-гам-гам. И язык в зубах. Ну где зубастый? Опусти рыбу. Видеоблог. Мы едем на пирс добывать рыбу. Мужицки. Бескомпромиссно. Безальтернативно. Безинтересно. У нас уже есть там рыбаки. Сейчас вам покажу. Вон они. С самого утра не дают спать людям. Тщетно пытаюсь поймать какую-то там рыбу. Господи, я вас умоляю. Вся рыба уже поймана. Вот этими, блядь, руками. Джек-то прошивки, давай работай. На Первом канале шоу «Валдайский рыбак». Колекзо. О! Хуа! Японцы обычно орут как эти. Да. Ну, по крайней мере, мультик, знаете, не в жизни разговаривают. Но такое ощущение, что они в жизни так разговаривают. Царь, я готов отдать за тебя свою жизнь. Он не. Что вы думаете по поводу всего этого происходящего? Хорошо, что рыба Серега чистит. Да. А все, наверное, воздух выше. No, God! No, God, please, no! Хватит храпеть.
No! No! Говорящие щуки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Ставьте лайки, да. И да, и все такое. Согласен. Так, кстати, это компромат. Я предлагаю это удалить. Все считают, что я блюю, когда чищу рыбу, поэтому... Легенда раскрыта! Блевоты не будет.